Так, ну вот, друзья, я забрал. Вот моя коробочка. Сейчас едем на место, будем открывать, смотреть. Пообщался с человеком, который помогал в доставке. Вообще, очень позитивный мужичок. Респект ему за то, что помог с доставкой. Все, поехали. Второе место и приз на выбор. Либо Slim Combat, либо машинка Mirko OS-383CV, либо машинка шлифовальная Atropis LD-30 присуждается Евгению Проваленку. Евгений, на самом деле ваша работа поразила всех участников технического отдела, и мы практически единогласно отдали вам второе место. Благодаря тому, что вы придерживались технологии малярного ремонта, очень педантично и точно подходили к выполнению малярного ремонта. Из-за того, что качество работы вами было выполнено настолько безупречно, мы вам отдали второе место. Соответственно, выбирайте свой приз, и он будет отправлен вам. Итак, друзья, вот долгожданные подарочки. Сейчас вместе распакуем. Я 2 дня они лежали, я их не трогал, не было времени. Вот сейчас перед покрасочкой как раз и посмотрим, что мне пришло. Так, ну давайте начнем. Начнем давайте с масочки. Так, я, наверное, все выложу. Маска. Это набор шлифков. Точнее, один шлифок со съемными площадками. Ну и самое ценное, самое долгожданное. Это Mirko. Так, ну давайте начнем. Давайте начнем со шлифка. Вейдеркрафт. Так, универсальный набор для шлифования изогнутых поверхностей абразивными дисками 150 мм. А, этот брусочек, он под диски. Не запакованы. Нет. Так, ну вот, собственно, сам брусочек. Вот так он выглядит с пылеотводом. Так, эти подошвы, насколько я понимаю, съемные. Да, снимается. Так, это у нас ровная. Одна изогнутая и одна вогнутая. Далее здесь переходник для пылеотвода, вот как на моей 3М-овской, с регулировкой всасывания. Это сюда, а это под шланг. Да, это под шланг. Тут диаметр, ну, не буду называть. Так, сейчас посмотрим, как это одевается. Маленький, удобный. Я почему-то думал, что он 198 будет. Так, сейчас я возьму кружочек. Кружочком посмотрим. Так, вот, обычный кружок. Ну, а, все, в принципе, пылеотвод совпадает. Это вот, который на 6 отверстий. Ну, вот, 2 совпадает. Одно, вот второе. Они совпадают пылеотводом. Ну, вот такой первый приз. Я уже говорил вначале, что они как раз пришли ко мне на день рождения. Такое было приятно. Так. Теперь масочка. Маска это, я насколько знаю, новая. Так, полумаска состоит из 4 частей, легко разбирается. Маленький вес всего 120 грамм. Низкое сопротивление дыхания, 4 раза ниже ГОСТа. Мягкий материал и 3 размера. Мне пришла Элька. Вот. Так выглядит коробочка. Так, ну откроем, давайте посмотрим.
Так, здесь в пакетике сама маска, я так понимаю. Комплект фильтров. Насколько я знаю, крепление у них, по-моему, у фильтров такое же, как и у 3M-овских. Это держатели предфильтров и наборчик. Сколько раз? Четыре предфильтра. Ой, даже две пары перчаток есть. Перчатки, я так понимаю, обычные, джетовские. Рифленые даже. Так, ну это ладно, я пока одевать не буду. Оттестирую я ее уже дома. Покрашу в ней. Вот так выглядит сама маска. Достаточно удобная. Я бы даже сказал, поудобнее на 3M-овске. Ну, по масочке посмотрим уже дома, в условиях гаража, сколько она будет ходить. А, вот, кстати, что заметил. Пакетик вот с этим пластиковой застежкой. Вот, это, кстати, достаточно удобно, если брать, опять же, в сравнение 3M, ихние вот эти пакетики под маской с веревочками, ее особо, ну, не затянешь, и она не вакуумная, то есть, если где-то, вот, допустим, я в гараже покрасился, там у меня ни вытяжек, ничего нету, маску снял, в пакет положил, там, ну, куда-то убрал, да, если туда проникает, будет вот этот запах краски лака, она прям изнутри начнет пахнуть, напитывать, а вот здесь это как бы реализовано очень грамотно, что она застегивается. Никакие посторонние запахи туда не попадут. Так, ну и что? Самое интересное. Так, самое интересное — это у нас Мирка. Так, это масленочка. И там что-то в ней есть. Масло, наверное, не знаю, что там. Что там в ней. Очень большие две книжки. Это с инструкцией. Кстати, у этой машинки тоже есть вот эта расширенная гарантия. Где она тут написана? Вот, да, 2+1 при регистрации. Там или в приложении, или на сайте именно машинки самой гарантии становится не 2 года, а 3 года. Вот так, здесь у нас просто картонка, ключик, шестигранник, сама машинка и защитная, да, на подошву защитная проставка. Ее надо поставить обязательно. Так, сама машинка. Сразу чувствуется, вот когда, скажем, не дешевый инструмент, его когда берешь в руки, вот нет вот этого чувства дешевизны. Такая не мягкая, а средней жесткости сама платформа. Блин, классная вещь, конечно. Ну, вот так выглядит. Классная вещь. Достаточно много пылеотводов. Ну, под сетку, я думаю, будет она отлично. Ну, вот такая машиночка. Я ее сейчас подключу. Мы ее включим. Посмотрим, как она работает. Шумная, не шумная. Одну секунду. Так, поразбирал я краскопульты. Повкручивал эти. Но я, наверное, вот эту прокладочку не показывал. Вот здесь стоит вот такая прокладочка. Защищать, наверное, чтобы пыль туда не попала.
Ну, вот так я тут скрутил все. Ну что, сейчас включим. Мне просто интересно, насколько большой ход вот этот эксцентрика или орбиты, как правильно сказать. Это самый минимум. Регулировка вот эта чуть-чуть неудобно сделана. Достаточно неплохо у нее ход такой большой. Ладно. Не будем мучить. Если вдруг она у меня останется, вот, значит, в работе обязательно вы ее увидите. Вот, ну, что хотелось бы сказать? Еще раз хотелось бы сказать спасибо торговому дому «Автограф» за конкурс, который они, в принципе, делали, за подарки, которые они дарили. Вот, всем ребятам, кто участвовал, еще раз большой привет. Все большие молодцы. Вот, ну, на этом все. Вот такая распаковка, не распаковка. Просто показал, что мне приехало. Вот. Ладно, ребята, все, всем счастливо, всем пока.